правого и левого крыла тоже будем ремонтировать. Хорошо, в любом случае надо будет переселение работать. Давайте в программу включаете, сколько лежит? Здесь у нас, значит, так, 18 квартир. В чем проблема? Куда расселять, Глеб Сергеевич? Покупайте, включайте в программу, у нас программа вообще-то есть. Ну, программа-то у нас для аварийного жилья. Сейчас признаю сейчас аварийным. Я ситуацию здесь чрезвычайно объявил. Давайте так, чрезвычайная ситуация. От дома абстрагируйтесь. Вот это, как вот это все? Как здесь жить вообще? Расселять надо. Ну, слушайте, ну пока люди живут, но можно свинарник этот убрать. Вот это откуда? Это что, последствия чрезвычайной ситуации? Мне кажется, что это годами здесь лежит. Да нет, это последствия пожара. А вот это что такое, вот это вот у вас, вот это вот, что это такое? Это ваша собственность, что это такое? Нет, я вас и спрашиваю, почему это просто это ужас не снести. Я вашего коллегу спрашивал, ничего не смог сказать. Я говорю, почему нельзя, если даже есть объекты, которые в чьей-то собственности используют складирование чего-либо, сделать времянку для них.